Привет, прогрессивный народ, это истинный следователь. Обзор еды очередной, это хлам, потому что это, ну, мясные тефтели, там мяса нифига нет. Вот производитель, Орел Продукт. Так, Мценск. В томатном соусе, томатный соус отвратительный, банка дешевенькая, видите, снизу сдавлено, шов, где шов, шов сварной, хороший, крышечка, рукой легко снимается, но внутри говно, потому что еда для рабов. Тут как бы должно быть мясо, как свинина, говядина, мясо где-то 10% отвратительный на вкус. Блин. Вот код завода 295. Вообще ни хера не стоит. Но при бандитском строе рабы должны жрать говнище. Вот состав. Можете посмотреть, как будто там говядина, свинина, но там, может, даже меньше 10%. Так что не покупайте. Там стоит 60 или 80, чуть ли не под 100 рублей, 10 рублей даже не стоит. Ну, всем пока. Это был истинный следователь. Обзор хламовых тефтелей главпродукта.